Бонус. Баня сквер. Баня. Баня сквер. А сауна сквер есть? А раньше это было сауна сквер. Все, поехали. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. Burj Khalifa, Dubai Mall. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Да, одна остановка от нас всего лишь. Живем на одной остановке метро от центра Дубая. Вот это да. Кому скажи, не поверят. Закат. Burj Khalifa, Dubai Mall. The next station is Burj Khalifa, Dubai Mall. Сюда, Дубай Молл. Подожди. Идем, я покажу, где я матюкался полчаса. Не надо мне матюкаться. Путимся и объявляем. Лет 5 назад я вышел с этой на этой станции метро. Подошел вот сюда и тупо полчаса матюкался. Как раз было более темное время, когда этот шпиль, как будто его кто-то взял и поставил сверху вниз одним махом. Вот этот небоскреб только начинал строиться справа. Вот этого вообще не было. Вот этих двух вообще не было. А это не адрес, нет? Нет. Пешком приходилось идти, шел пешком. Не были еще автобусы. А сейчас посмотри, траволатор построили прямо к Дубай Моллу. Вот траволатор. Да, покажи. Я отсюда шел. Да вот же он идет, вот. Ну все, пошли в башню. Сейчас, подожди, вот эти строящиеся небоскреб. Смотри, замотанный как паранже. Сколько материала надо будет? Как вид? А? Подожди, возьму, попытаюсь верхнюю точку. Вот так. Это пока еще берешь? Вот так у них строят. Кто так строит, кто так строит. Вот так нужно строить. И по темпам, и по деньгам. И по качеству, а не так, как у вас стоит. Все, скоро Бурдж Халифа видно не будет, все застроят. Угу. Тут пустырь был вообще.